Шах, но пока не мат. Астраханская федерация шахмат может остаться без помещения для тренировок. Как ни странно, под спортивные нужды было выделено здание подведомственное Министерству культуры, а именно помещение 7-го этажа театра оперы и балета. Сейчас из-за этой неразберихи у шахматистов могут начаться проблемы. В чем конфликт и есть ли он вообще? Мы попытались разобраться. Шахматная академия справила новоселье в театре оперы и балета осенью 2012 года. Место в тогда еще строящемся здании нашли по распоряжению губернатора Александра Жилкина. Инвентарем академию оснастила Международная федерация шахмат. В 2010 году у нас проходил этап Гран-при ФИДе. Это один из таких крупнейших мировых турниров. И вот на закрытии было решено, что в Астрахани появится шахматная академия. Федерация шахмат в нашем городе появилась летом 2010 года. Александр Евдокимов, единственный в регионе международный гроссмейстер, создавал ее с нуля. У нас резкий взлет случился с детскими шахматами. То есть, в принципе, взрослые шахматисты, они как играли, так и играют. Их число примерно остается неизменным, а вот детей стало гораздо больше. Если раньше мы считали, что большой турнир – это 50 человек, то сейчас, для примера, дети до 8 лет, вот у нас проходит ежегодно в апреле первенство Астраханской области, более 100 участников. В начале этого года шахматная академия приостановила свою работу. Как ни странно, занятия отменили в связи с террористическими актами в Волгограде. В театр, как в особо охраняемый объект, теперь войти стало сложнее. Пропускной режим был изменен. Шахматистов обещали пустить после праздников. На этот раз объясняли это тем, что между шахматной академией и театром не был заключен договор. Предлагали заключить договор. Вот. Соответственно, платно. Это все. То есть дело в том, что у федерации нет средств для оплаты помещений. Руководство театра, по словам Александра, запросило сначала 30, потом 60, а затем и все 130 тысяч рублей в месяц. В год на федерацию региональное министерство спорта выделяет 300 тысяч рублей. То есть государственных денег шахматистам явно не хватит. Интересно то, что до этого момента академия в стенах театра функционировала 1,5 года совершенно бесплатно. И не совсем понятно, почему ранее это никого не смущало. Никого не смущало также и то, что спортивно-шахматная организация располагается на территории учреждения культуры. Министерство спорта и туризма Астраханской области от комментариев на этот счет отказалось. Вот у нас в федерации другие задачи. Мы занимаемся развитием шахмат в Астраханской области. Мы проводим официальные соревнования и способствуем по мере силы, в том числе и обучению. Главные пострадавшие в этой ситуации не руководители театра и даже не представители шахматной федерации. Из-за неурегулированных межведомственных отношений страдают дети. Тренировки продолжаются с перебоями. Ситуация до сих пор не урегулирована. Мы следим за событиями. Александр Вострикова, Ольга Агаркова, Серик Намазбаев. Новости 24. Астрахань.